Транспортники готовятся к предстоящему дачному сезону. С этого дня компания «Содружество» увеличивает количество поездов, курсирующих между Чебоксарами и Канашом. В расписании появился еще один рейс. В будние дни поезда состоят из двух вагонов, в выходные – из трех. Также продолжатся железнодорожные перевозки между Канашом и Казанью, Канашом и Алатырем, Алатырем и Красным Узлом, Шумерлей и Канашом. А Чебоксарский речной порт ведет переговоры с администрациями Чебоксар и Козловки по вопросам подготовки к навигации. Уточняются объемы финансирования и график движения судов. Предполагается, что маршруты будут такие же, как и в прошлом году. Трамвайчики Чебоксары-Сосновка и Чебоксары-Пляж должны начать курсировать в июне. А из Козловки в Волжск по реке можно будет добраться уже в мае. С конца апреля возобновятся и автобусные рейсы до садов. В расписании привокзальной автостанции появятся маршруты в коллективные сады «Союз», «Романтика», «Полянка», а также в Шоркино. Из Новочебоксарска пустят рейс до Сутчева. С 30 апреля в Канаше начнут курсировать дачные автобусы номер 7 и 10.